Бестугайский сельский округ не имел централизованной системы водоснабжения с 1990-х годов. Местным жителям приходилось возить воду из других населенных пунктов. В этом году в целях обеспечения населения качественной питьевой водой проведен ремонт водопроводных сетей. Проблема питьевой воды здесь существовала очень долго. И вот в нынешнем году нам выделили из республиканского бюджета 300 миллионов тенге, на которые проведен водопровод. Это позволило бесперебойно обеспечивать жителей села Бестугай чистой питьевой водой. Намучились мы с водой. Возила аж 3 километра. Было очень трудно, особенно зимой. Теперь ситуация совершенно другая. Вода подается в каждый дом, и мы действительно рады. Большое спасибо государству за поддержку сел. В целом, в Ерементауском районе вопросу водоснабжения уделено значительное внимание. Так готовится проектно-сметная документация на проведение водопроводов еще в 2 населенных пункта Силите и Акмурза. Аслан Абуталипов, Гульмайдан Катай, Сырым Абжиков, Абайтулеген, Кокши Ахпарат.